Вся страна готовится к выборам президента Российской Федерации. Ленский район не исключение. До выборов осталось 2 месяца, а подготовка уже началась. Новшество этих выборов – в голосовании смогут принять участие даже те граждане, которые будут находиться не по месту своей постоянной регистрации. Это может быть причина – командировка, отпуск или просто, например, избиратель прописан в одном населенном пункте, а работает и проживает в другом населенном пункте, то он имеет право голосовать по месту нахождения. Чтобы гражданина включили в список избирателей по месту нахождения, можно обратиться в любую территориальную избирательную комиссию страны или в ближайший офис центра «Мои документы» с паспортом гражданина Российской Федерации. Период замены паспорта с временным удостоверением личности. Прием документов начнется с 31 января. Также можно будет подать документы через портал госуслуг. В данном случае, чтобы подать документы через портал, нужно будет иметь подтвержденную учетную запись. Сотрудники, специалисты офиса «Мои документы» в этом обязательно помогут. То есть, если человек обратится, и у него он не будет зарегистрирован на портале госуслуг, специалисты офиса «Мои документы» помогают в этом и подтверждают учетную запись. Подать заявление через портал можно не ранее, чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 24 часов по московскому времени за 5 дней до дня голосования. Марина Крутихина, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край».